Полицейские в ночных клубах. Столичные стражи порядка продолжают проверять увеселительные заведения столицы. Повод весьма объяснимый. Непростая эпидемиологическая обстановка с COVID-19. Меры личной безопасности в местах массового скопления людей соблюдаются далеко не всегда. А коронавирус, как известно, очень заразен и быстро распространяется. На что в первую очередь смотрят ревизоры и кто участвует в таких рейдах, расскажет Иван Беречевский. Время за полночь, улицы пусты, а в окнах домов уже давно выключен свет. Но такая тишина не везде. Стоит открыть двери ночного клуба и понимаешь, пока весь город спит, тут все в полном разгаре. Вот только соблюдают ли здесь ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса? А, так что? На баре также имеется. Все, что думаешь? Ого, ну сейчас законы. В составе проверяющей группы сотрудники городской администрации, полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОНа и представители СМИ. В этом баре ревизоры нарушений не наблюдают, поэтому решают посетить клуб побольше. Опа. Как только охрана замечает на пороге людей в форме, громкая музыка резко замолкает. Молниеносная реакция работников этого заведения поражает. Пойдем, пойдем. Пускай они свою работу выполняют, пускай делают. Чтобы больше народу сходило, как у нас определенное количество людей. Не переполнен клуб, как обычно бывает. Работники этого клуба относятся к таким рейдам с пониманием. Да и у самих ревизоров нареканий к ним не возникает. Следующее увеселительное заведение в здании бывшего кинотеатра «Родина». Администратор достаточно гостеприимно встречает проверяющих и демонстрирует обстановку в ресторане на первом этаже, после чего сопровождает на второй. До пандемии здесь был большой танцпол. Теперь же на его месте располагаются столики, а те, у кого душа безудержно просится в пляс, робко пританцовывают возле своих стульев. Как и в предыдущих заведениях, нарушений здесь не наблюдается. Далее блюстители порядка отправляются в микрорайон «Орбита», в один из самых крупных клубов Сыктывкара. Но даже здесь нарушений не обнаружено. Как говорят сами проверяющие, и посетители, и сами работники стали гораздо ответственнее относиться к установленным правилам, связанных с пандемией. Профилактические рейды тому доказательство. Данные рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе. Проверяются требования выполнения указа главы республики Коми о введении режима повышенной готовности. А именно, проверяются ночные увеселительные заведения на предмет танцпола, имеется ли, не имеется. Проводятся ли в данных клубах, ночных заведениях дискотеки. Также данные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем в преддвериях Нового года. Благодаря таким постоянным проверкам результаты этого рейда более чем положительные. Не зафиксировано ни одного нарушения. Впрочем, так бывает не всегда. К примеру, в одном из столичных клубов дверь закрыли прямо перед носом проверяющих. О, музыку выключилась. Позже ревизоров пустили и показали, что внутри все в порядке. Впрочем, такая реакция все же оставила определенные сомнения. По словам проверяющих, главная цель таких рейдов не наказать рублем администрацию клубов или отдыхающих, а снизить рост заболеваний COVID-19. Владельцы увеселительных заведений после весеннего локдауна тоже уяснили простую истину. Лучше работать в усеченном формате, чем не работать вообще.